320 машин на 1000 жителей. Такова официальная цифра статистики столичной ГАИ. Каждый день в Минске случается около сотни ДТП. Большинство из них незначительные, однако водители по-прежнему вызывают госавтоинспекторов на место даже мелкой аварии. А ведь с 2010 года в Беларуси подобные вопросы можно решить на месте, без участия ГАИ. Речь о так называемом Европротоколе. Специальный бланк извещения о ДТП выдается при страховании авто и может значительно облегчить жизнь как виновника, так и пострадавшего. Так называемый Европротокол имеет ряд преимуществ и позволяет оформить небольшое дорожно-транспортное происшествие без вызова и соответствующего ожидания сотрудников госавтоинспекции, а затем получить в кратчайшие сроки страховые выплаты. Кроме того, водитель-виновник происшествия не привлекается к административной ответственности. Но на деле водителям зачастую трудно самостоятельно оценить размер ущерба и решиться оформить Европротокол. Еще одна сложность – правильность заполнения самого бланка. Чтобы помочь водителям разобраться в ситуации и склонить чашу весов в сторону без ГАИ, был создан колл-центр 140. Операторы колл-центра 140 пошагово разъясняют порядок и условия оформления ДТП без вызова ГАИ, помогают заполнить бланк извещения. Специалистам колл-центра 140 предоставлен доступ к базе данных Белорусского бюро, и они могут оперативно проверить наличие действующего договора обязательного страхования автогражданской ответственности. Все консультации специалистов бесплатные, заплатить придется лишь за звонок с мобильного. Зато теперь любой вопрос можно уточнить на месте в режиме онлайн. Операторы помогут развеять все сомнения и подскажут, как правильно заполнить бланк извещения о ДТП. Важно только помнить о соблюдении всех необходимых условий. В ДТП участвуют только два транспортных средства, не причинен вред здоровью либо иному имуществу. У обоих водителей нет претензий к состоянию друг друга, то есть они не находятся ни в алкогольном опьянении, ни в наркотическом опьянении. Нет разногласий по обстоятельствам ДТП. Есть водитель, который признает свою вину. У обоих водителей есть действующие договоры обязательного страхования автогражданской ответственности и водительские удостоверения на право управления соответствующей категории транспортного средства. И, что важно, ущерб оценивается ими до 400 евро по каждому транспортному средству. Правда, совсем скоро эта цифра станет неактуальной. С 1 сентября вступает в силу указ президента номер 175, в соответствии с которым лимит страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ будет повышен с 400 до 800 евро. Специалисты уверены, что эта мера уже в ближайшем будущем позволит увеличить количество оформляемых европротоколов вдвое. А значит, тем, кто действительно нуждается в помощи ГАИ, ждать придется в разы меньше.